Житель Китая в буквальном смысле за волосы вытащил свою жену с того света. Поссорившись с супругом, женщина решила покончить с собой, спрыгнув с крыши многоэтажки. Дама непременно исполнила бы план. Она уже соскользнула вниз, но в последний момент мужчина успел схватить ее за собранные в пучок волосы. Почти 3 минуты он удерживал супругу. К счастью, часть веса отчаявшейся женщины взяла на себя труба, за которую в панике зацепилась дама. Однако силы спасителя были на исходе. Волосы выскальзывали из рук. Но тут на помощь подоспели полицейские. Они затащили женщину обратно на крышу. Пока неизвестно, удалось ли супругам помириться после этого.